Доброго ранку і вдалого початку нового дня. Сьогодні п'ятниця, це програма «Ранок на Алтаві», 4 серпня на календарі. Дуже хочеться побажати хорошого п'ятничного настрою, такого легкого, позитивного. Тому до нашої студії ми запрошуємо лише таких гостей, які можуть подарувати нам цей настрій, ну і, звісно ж, поділитися правильною, хорошою інформацією. В нашій студії з'явилися два чудових хлопця. Це Дмитро Нальотов та Віталій Блик. Добрий ранок. Хлопці, сьогодні у нас така тема досить широка. Ми маємо сповістити полтавців, розказати про той майданчик, який існує для різноманітних зустрічей. Взагалі-то закцентуємо спочатку увагу на такому виді спорту, як вейкбординг. Дмитро, ви займаєтесь цим видом спорту, і коли лише розпочиналося, це зароджувалося у Полтаві, то це було задумано як одне. Зараз це вже розвинулось в більш широкий такий формат. Розкажіть, будь ласка, про це, тому що зараз я говорю дуже заплутано, але хотілося б почути інформацію від вас. Наша площадка називається Vape & Fun. Їй вже третій рік в цьому році. І все у нас рождалось теж спонтанно. Я довгий час катався на сноуборді. Це була моя професія, є зараз. Много времени проводил в горах, учил людей кататься. Ну и вообще я очень любил кататься на досках разных. И у меня есть товарищ, который увлекается кайтбордингом. И время от времени мы встречались и говорили о том, что неплохо бы, чтобы в Полтаве что-то подобное сделать. И появилась у нас канатка для вейкбординга. Как-то так что-то делали. И само собой у нас появилась возможность купить хорошее оборудование. Мы его приобрели и начали искать место. Сначала хотели сделать это в другом месте, там в районе улицы Сака, но там что-то местные жители были против, непонятно почему. Там, в принципе, просто хотели облагородить их участок, заросший землей, ну, заросший камышами там. Вот. Но в итоге нашли место по улице Южная и очень рады, потому что там действительно классное место. Сейчас оно там уже обросло и всем нравится, и нам очень нравится. И тоже приехали, были камыши, заросший участок такой, почистили, сделали пляж, установили канатку, начали кататься. Конечно, всем очень понравилось. Сразу это все было круг любителей, грубо говоря. Так мы собрались, узкая компания, катались, там все это сами как-то финансировали. Вот. И на сегодняшний день, то есть мы немножко развиваемся. Понятное дело, там то там в этом году построили навес небольшой, там сделали больше удобств для наших посетителей, и уже это переросло в такую зону отдыха, пляж, где удобно и комфортно отдыхать в летнюю жару, можно покататься на вейке, поплавать, с детками к нам приезжают. И практически каждую неделю сейчас у нас проходят разные интересные вечеринки. Концерти. Хотілося б так, про концерти ми ще обов'язково поговоримо. До речі, Віталій Блик в нашій студії також це рок-музикант. Я думаю, ми зупинимося обов'язково на тій складовій, на музичній складовій нашої розмови. Але все ж таки про вейкбординг. Ви сказали, що приходять і з дітьми відпочивають, і займаються цим видом спорту також. Взагалі, кому доступний цей вид спорту? І трішечки так коротенька інформація про нього. Так, думаю, с чего начать. Ну, вейкбординг вообще появился, как все экстремальные виды спорта, да, все пошло от серфинга. Когда давно на Гавайях люди сидели на пляже и начали на бревнах кататься по волнам. Потом это все переросло, появился сноубординг, скейтбординг, вот. И вейкбординг это одна из тоже его, как бы, прогрессирующих модификаций. Первые виды, наверное, появились все-таки за катером, когда люди катались на водных лыжах, начали пробовать кататься на доске и прыгали за счет того, что появлялась волна от катера, делали трюки. Потом появились канатные дороги, реверсивные, такая, как у нас стоит, и круговые, кольцевые. В Украине достаточно много, этот вид спорта активно развивается. И вот у нас стоит эта реверсивная канатная дорога. По доступности это, в принципе, доступно всем. Самый маленький, который катался, у нас это паренек, там 7 лет ему было. То есть нормально все, встал, поехал. Для того, чтобы обучиться этому, ну, 2-3 попытки нужно. Такие там 5-минутными сетами проходит катание, потому что все-таки оно физически устает. Руки, когда держишься за фал, когда не умеешь кататься, учишься, то немножко устаешь. Но 2-3 попытки, и, в принципе, человек едет у нас и может возвращаться в одну, в другую сторону, получать уже удовольствие кататься на этом деле.
Вот. Дальше, что можно еще сказать, в Украине хорошо развивается. В Киеве много станций, есть кольцевые канатные дороги в Днепропетровске, в Киеве. Проходят чемпионаты мира, чемпионаты Европы. Украинцы достаточно хорошо выступают в нем. Полтавчане растут тоже. В Полтаве 4 станции уже по вейку. Ну, ты можешь сказать, 4, как бы они есть. Разного уровня, где-то самодельные совсем стоят простые установки. Где-то лучше качество. То за ці роки, в принципі, більше людей стало цікавитись цим видом спорту, тобто прогрес є. Конечно, ну это интересно, правда, и это просто чем полежать на пляже, покупаться, есть возможность покататься на такой штуке. Ну, то есть те, кто пробует, всем очень нравится. Многие к нам приезжают после работы, так сказать, проветриться, покупаться, прокатиться. Многие молодые ребята начинают уже заниматься этим как спортом. То есть там акробатика, там трюки, там своя техника, свой стиль катания, вот, соревнования, там есть разные дисциплины, прыжки там с трамплинов, джибинг, дисциплина по скольжению, по перилам, по конструкциям, по таким. Этот вид спорта активно развивается, у нас есть для этого хорошие условия, то есть у нас можно кататься там 5 месяцев в гидрокостюмах, больше даже ребята катаются. Это, скажем так, для Полтавы, для молодежи намного больше шансов в этом спорте развиваться, чем, например, в сноубординге, да, где ну, гор нету, снега мало, там, нам приходилось ездить далеко, чтобы там, какой-то уровень. Ну, тим паче, спостерігаючи за нашим кліматом сьогодні, то можна зробити висновок, що ми там переходимо на більш спекотний варіант, і види спорту, які пов'язані з водою, вони завжди приємні і, звісно ж, в наших умовах. Да, ну, як-то передвинулось, тому що июнь був дуже холодний. Угу. От по тим годам в июні мало людей у нас каталося, а зараз, звісно, багато, зараз всі приходять. Майданчик Wake & Fun, він став таким простором не лише для розвитку вейкбордингу, а й взагалі для різноманітних заходів та зустрічей, які у вас проводяться вже досить часто. І, між іншим, ще одна цікава зустріч буде вже сьогодні. Розкажіть нам про це. Давай, Віталік, наверное, про джим-сесію ти розкажи. Так, джим-сесія музична, так? Да, вообще, изначально, ну, насколько я знаю, первый, кто в Украине начал проводить джим-сесії, був Дизель із Green Grey. И он в Киеве собирал просто знакомых музыкантов и, меняясь инструментами, ну, то есть, менялись музыканты, которые занимался там тем или иным инструментом, и вот так вот весь вечер беспрерывно идет музыка от музыкантов. Интересная практика, потому что, когда ты занимаешься одним музыкальным стилем, и, ну, это как общение, знаете, с людьми, чем больше интересных людей ты знаешь, тем ты как-то обогащаешься сам по себе. Точно так же и в музыкальном плане, когда, там, один человек джаз играет, второй, не знаю, какой-то поп-рок, третий там регги играет. И когда они играют вместе, они чем-то делятся и, собственно, тоже как музыканты развиваются. Первые попытки провести подобного рода мероприятия были несколько лет назад, но как-то они не очень увенчались успехом, было мало музыкантов. И, ну, как-то, и все были очень скованы, как это, знаете, только своими коллективами, mm-hmm. там по два, по три человека mm-hmm. пытались внедриться, но... Как Дима говорил, это не очень хорошо получается, потому что в какую-то мини-репетицию превращается. А вот первая попытка провести, которая... Когда она была? Две недели назад. Да. Точно, тоже так получилось. Мы были на фестивале в Киеве на Атласе, и мой друг после фестиваля пригласил меня съездить к Дизелю на джем-сессию. Они тоже опять возобновили эти мероприятия. Я приехал, мне очень понравилось сам формат. Ну, там, конечно, музыканты были уровня, там Фагот из ТНМК был, Дизель сам, ну и много таких очень профессиональных музыкантов. Все прошло очень круто, и мне очень захотелось в Полтаве тоже это сделать. И не только мне, еще с нашей командой, с Wake & Fun, несколько раз уже наш администратор Наташа говорит, давай сделаем джем-сессию, почему нам не затащить к нам музыкантов, это нужно, это просится, в Полтаве этого нету. Вот, и мы приехали, начали созваниваться со знакомыми, все очень хорошо восприняли, все с удовольствием отозвались, помогли аппаратурой, сами пришли поучаствовать. Там даже из Киева приехал вот товарищ, ну, он полтавчанин, но там живет. Первый прошел очень классно, всем понравилось. Но мы его не афишировали, мы делали его в таком закрытом формате, только для музыкантов, поговорить с ними, понять, понравилось, не понравилось, нужно ли это делать.
ну і взагалі, як воно пойде. Как... Я так розумію, музикантам сподобалось, і мені здається, що це дуже хороша тенденція, тому що відомі музиканти – це добре, ті, які в Україні відомі, але наші музиканти, полтавські, мені здається, нічим не гірші. І я думаю, що полтавці мають про них знати. Я вам більше того скажу, більшість відомих артистів і музикантів, які зараз очень хорошо в музыкальном мире себя чувствуют в Киеве, выходцы из Полтавы. Так, и ну, это привод для гордости. Тот же Джон Кувалдин с Сережей Підкаурой, тот же Данилка, тот же Женя Галич. Сьогодні полтавці які музичні стилі взагалі зможуть почути і які гурти, або які музиканти будуть приймати участь у джем-сесії? Ну, по стилям очень, знаете, невозможно вам так прямо сказать, там будет, допустим, фанк, джаз, поп-рок, там какой-то рок. Это все на импровизации. Ну, допустим, я всю жизнь играю рок-музыку, и там я предпочитаю определенные владения там, звуками, гитарой и умением играть. Но когда берет там, допустим, бас-гитарист, и он говорит, а давайте фанк поиграем. У меня вот есть такая зарисовка, и он начинает, потом подхватывает барабанчик, ну, и оно как на импровизации, очень тяжело сказать, там, будет только джаз или там только фанк. То есть в прошлый раз был и поп-рок, и фанк, и джаз, и регги мы играли. Да, и это как-то происходит, то есть в таком формате вот стоят по кругу музыкальные инструменты, ребята подходят, начинают играть, подхватывают, и в любой момент кто-то может подойти и взять микрофон, например, а тут тоже от вокала очень много зависит, там, это, например, рэп, да, и он хорошо умеет войти в музыку, он чувствует, вот пару было в прошлый раз от Андрея Гуни очень интересных таких подходов. Потом ребята подходят такие больше фанковые, тоже очень круто. Оксана Вишня Дронова, вокалистка, у нее больше такие украинские мотивы. И музыка меняется, очень сильные музыканты это подхватывают. Получается очень, ну так, живо, скажем так. Продовж якого часу триватиме джем-сесія сьогодні? На котру годину приходити полтавцям, якщо є таке бажання, запросіть? В 7 вечора, в 19.00 ми починаємо. А там, ну, как музыканты захотят, в 11 сделаем потише, чтобы не тревожить соседей, а так будем там, у нас нету графика какого-то, что нам нужно закончить там. Взагалі, не скаржаться ті жителі, які проживають поруч з вами? Ой, знаете, пару на позапрошлых выходных, как раз перед джем-сессией, действительно, к нам даже полиция приезжала, мы что-то сильно громко были, мы приносим извинения и не хотим никаких... Хотим жить дружно, как бы, і будемо робити потише після 11, так що все буде окей. Такі заходи потрібні, звісно ж, необхідно зважати на те, що поруч люди, але все ж таки, мені здається, це чудові кроки до розвитку нашої культури. І взагалі добре, що є такий майданчик, де музиканти можуть обмінюватися енергією, звісно ж, обмінюватися енергією і зі слухачами. Віталій, ви взагалі як довго займаєтесь музикою? 19 лет. Ничего себе. Достатньо. У меня первая группа в 10 термин. Лет появилась. И что это была за группа? В музыкальной школе там, после занятий по специальности, после оркестра, у нас было 4 единомышленника в попытках играть рок-музыку. На тот момент никто не понимал вообще, как это должно происходить. Были папины пластинки, которые включались, когда папа был на работе. И просто пытались что-то копировать и, ну, какие-то свои мысли вносить. Но потом уже, чуть позже, когда круг общения начал расти, причем на тот момент, я хочу заметить, не было доступа, вот как сейчас, к электрогитарам, к примочкам, ко всяким там гитарному усилению. Там нам давали в музыкальной школе одну колонку, куда мы включали 3 гитары, 3 микрофона, и как в старой песне, в кибитке, что за актовым залом, пытались там творить. Ну, а потом... По мере развития и доступности того же интернета, и инструментов, и информации, очень много развивались. Вы на гитаре играете? Да. А, играете в основном сейчас как сольный виконавець, чи є якась своя группа? Ну, много лет я проиграл в группе, которая «Модная любовь» называлась. Угу. Были и в Киеве эфиры, и записи пластинок, и фестивали. Ну, потом иногда бывают разногласия, поэтому наше творчество в таком виде, как оно было, приостановилась. Але все ж таки ви не покинули це заняття і це радує. Ні, навіть конечно. Ті перешкоди, які, про які ви розповідали, які були в дитинстві, вони також вас не зупинили, я думаю. Ну, тоді це не прегради були, просто, ну, ми не знали, що може бути по-другому.
Так. То есть я сейчас в какой-то мере детям, которые начинают там увлекаться рок-музыкой, ну, по-доброму завидую. Пошел в музыкальный магазин, у тебя висит целая стена гитар, целый стеллаж гитарных звуков. Там какие хочешь. Хочешь. А тогда мы просто не знали о том, что это существует. Ну и все. Вот мы включали гитары, как были, и там понеслась. Почали з вейкбордингу нашу розмову. Ви вейкбордингом взагалі займаєтесь чи ні? Іноді, так. Да. Ну, але це більше як хобі, так, для вас? Це навіть не то, що хобі, а, як Діма говорив, просто от розвіятися, віддохнути, там, поныряти. З мене спеціаліст дуже плохий в плані вейкбординга. І мене більше канатка тягає за собою, чим я їжу. Але ну, все нічого. Одно це вид відпочинку. Звісно. Як працює майданчик? Коли зможуть приходити відвідувачі до вас? Мы работаем каждый день с 11 утра до 9 вечера. И практически каждые выходные у нас пятница, суббота, вечеринки или кино смотрим, что-то происходит. Подписывайтесь на группу в Фейсбуке, смотрите там обновления, фишки, мы туда выкладываем, что происходит. Приходите на джем-сессию, гости и музыканты обязательно, потому что от вас много зависит в этом мероприятии. Приходите кататься, там прикольно. А там прикольно, сказали наші гості. Я думаю, що варто все ж таки відвідати одного разу, щоб потім ви побачили, що це таке, і зацікавились, звісно ж. Нагадаємо, в нашій студії сьогодні були Дмитро Нальотов, вейкбордист, організатор майданчику Wake and Fun. Дмитро, ми вам дякуємо величезне. Ну, і, звісно ж, Віталій Блик, рок-музикант, також співорганізатор музичної джем-сесії, яка відбудеться вже сьогодні о 19:00. Дякуємо, Віталію. Спасибо. Будемо запрошувати ще, бажаємо вам успіху і розвитку. Розвитку у всіх ваших стараннях і намаганнях щодо розвитку і музичної культури, і спортивної. Це у вас добре поєднується, і, звісно ж, нехай так буде і далі. Спасибо. Большое спасибо. А ви теж приходите к нам кататься, розвіятися після роботи. Дякуємо. Дякуємо за запрошення.